Уважаемые самарцы, дорогие ветераны войны и труда, друзья, сегодня 9 мая, день, который уже 75 лет для народов бывшего Советского Союза стал главной датой, олицетворяющей неиссякаемую силу, несломаемый дух, стремление к свободе. К этой дате все без исключения наши отцы и деды, братья и сестры шли очень долго, шли не щадя себя, на этом пути проявляя мужество и отвагу, совершая мифические подвиги, зная, что за ними их матери и сестры, жены и дети, родины. Дорогие куйбышевцы, в эти страшные времена на вас выпала тяжелая ноша. Куйбышев стал запасной столицей и превратился в крупнейший индустриальный центр. В Куйбышев были эвакуированы более 50 предприятий и военных заводов с целью обеспечить фронт военной техникой, запчастями, топливом. Работы велись в открытых помещениях без минимальных условий для труда. Но в этих тяжелейших условиях работали в основном женщины и дети. Выпускали самолеты. Лучшие самолеты Второй мировой войны. Легендарные штурмовики Ил-2. Мы все ценим и чтим подвиги героев. Кто кого победу в тылу и на фронте. Сегодня, как никогда, для нас очень важно сохранять память о подвиге народа, который своим единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечили нам мир, свободу и независимость. Уважаемые самарцы, от имени жителей города Спитак и от себя лично поздравляю вас, достойных потомков великих героев, с праздником Победы, мира вам и счастья, вечная память павшим. Слава победителям! С праздником!